shake that. Every day I'm shuffling. Интервью. Я надеюсь, нас слышно хорошо. Кто может в чате, отпишитесь, пожалуйста. Всем привет! Приветосик! Блин, мы знаешь, что забыли сделать? Что? Музыку для фона включить. Ну, включи. Тебе лучше. Давай. Только посмотри так, чтобы она не заглушила. Ну, нас. Наверное, я очень надеюсь, что не заглушит. Не глушит ничего нигде. Нет, кстати, я нормально. Откуда музыка играет? Почему я ее слышу? Потому что ты включил, наверное, слушать эфир или что? Да, наверное. Все. 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 Все устроено. Все нормально, все хорошо. Да, ну что? И с вами все-таки Дентьер. Привет. И Лилиан Беккер, которая будет мне задавать ваши вопросы, которые вы будете писать в чате. И мы специально сделали такого плана интервью, кстати, да. Оно записывается еще на видео. Я вот вам махаю рукой, посмотрите позже в группе. Будет выложено. Вот, да. Я стесняюсь чего-то. Я волнуюсь чего-то. Ладно, ну что, давайте начинать. Начнем с чего? С каких вопросиков? Да с любых, давай. Я сначала вот что должен вот, сделать. Вот, да. Вопросики. Да не, подожди, какие и вопросики? Просьбы. Я должен передать привет человеку с именем ВКонтакте Джек Аулиц. Я передаю тебе привет. Я знаю, что ты меня сейчас слушаешь. Вот, я тебе передаю огромнейший привет. Вот он, я, Дэн, да, наверное. Ну, с утра, по крайней мере, был. Вот. Все, я выполнил просьбу. Давай не свои все вопросы. Выполнено. Да. То есть вопросики можно уже задавать. Ну, думаю, можно, а че нет-то. Ну, так, вопрос. От кого говорить? Да. Тебе интересно? Мне очень интересно. Кто тебе вопросики задает? Итак, вопросы от Даши Сазоновой. Здравствуй, Даша. Тут даже этот вопрос я видела, но просто не успела в одном из прошлых интервью задать. Какие уроки были любимыми, а какие нет? Я всегда любил русский язык, литературу и ненавидел математику. Я ее потому что вообще не знаю. Нет, ну как бы я могу посчитать дважды два, там, да, элементарные какие-то примеры. А вот геометрия, это вообще для меня, это просто, это вот не космос. Не произноси это адское слово. Да, я не хочу обзываться. Геометрия. Давай дальше. Так, дальше. Есть брат или сестра, и как зовут? Да, есть сестра, младшая. Как зовут, не буду говорить. Ой, она просила, да, этого не делать. Тайны, семейные тайны, да. Да, есть таковые. А как относишься к девушкам, которые пьют, курят? Блин, это дело каждого. Я тоже как бы выпиваю и курю. И сейчас, на данный момент, да, я курю. Курить вредно, Минздрав предупреждает. Да, я. Вам жалко. И что теперь делать? Ну, просто нас... Ну, просто как бы... единственное, что я не люблю, когда курят маленькие девочки, потому что все-таки это их здоровье, и им детей еще рожать. Именно поэтому я говорю, что курить вредно, чтобы те, кто нас слушает, не начали. А-та-та курить. Нельзя. Нельзя подражать кумиру в этом плане. Ай-яй. Да какой я кумир? Делали тут из меня. Ну... Эталон. Слушай, эталон я сегодня увидела, когда зашла в группу, и как за ночь там голоса подскочили. Да, я тоже. Я специально вчера ушла спать, чтобы не смотреть, потому что я думаю за всех и переживаю за всех, и мне действительно нравятся все сигны, вообще все, которые... Честно, я вообще голосовать не стала, просто поэтому там появился вот этот вариант ответа для админа, потому что я не могу выбрать, я за всех и за каждого болею. Я тоже болею за каждого, переживаю за каждого. Вот, и...
Хочется, чтобы все победили, но те, кто даже здесь не победит, не расстраивайтесь. Все равно это не последний конкурс. Мы далеко не последний, мы решили еще сделать. Подумали, да, что будет, когда наверное, раз будет в месяц, объявлен. Раз в два месяца тоже точно будут конкурсы. Вот, а я им виноград. Слушай, ты, Томас, не докалывай. Слышишь, я не Томас, я Денис. Вот и все. Давай дальше Дениска. Свои вопросы. А то сейчас... Ах, Дениска. Давай дальше свои вопросы. Хорошо, говорю. Мои вопросы я тебе задаю. Ну, в смысле, да, которые есть. У тебя есть тату? Если нет, хочешь сделать? Нет, у меня нет тату, но та фотография, которая была выставлена под песней, я, правда, уже не помню, под какой... Где там пошел? Я помню, под какой. Под какой? Протест. Да, нет. Нет, не под протест. Нет, я не помню, короче, под какой. Ой, там, где ты сидишь на полу? Да. Это протест. Это не протест. Ну или как это? А я сейчас посмотрю. Вот посмотри, вот давай, а вот я сейчас проверим, вот прям возьму давай и посмотрю. А давай проверим. Потому что под протест у меня сидит протест. Дядя спиной. Подожди, значит, другая. Да, я же говорю, другая. А, здравствуй, это я, кавер, да. Ух ты, я перепутала. Фотография, там действительно сижу я. Эта фотография сделана в 2011 или 2012 году. Я знаю, где ты делал, это при мне было. Да, эта фотография была сделана в Выборге, и на руке у меня не татуировка, меня просто взяли и разрисовали. Вот. У меня в тот момент еще вся спина была изрисована, поэтому... Нет, фотография моя, на фотографии я, но татуировок у меня нет, вот руки чистые, потом посмотрите на видео, да. Вот, просто там споры шли. Чистые девственные руки? Да, и татуировок я пока не собираюсь делать. Я хочу, но я боюсь, вот так скажу. Но я не представляю, вот прикинь, мне будет 75, я такой там, весь, все обвиснет у меня. А ты сделай вдруг, и я обвиснет. Блин, на губе, что ли? Внутренней стороне. Вот, так что вот так. Да, по поводу татуировок. Но у меня есть пирсинги, и было их очень много. Ой-ой-ой. Так, следующий вопрос. Любишь сладкое? Я сладкое пережрал уже в детстве, но я могу его поесть, но немного хватит рвать бумажку. Я могу поесть сладкое, но не в больших количествах. То есть я не скажу, что я прям сладкоежка. Но чай я пью с тремя ложками сахара. Да. Ну да, и в конце концов, Оля, сходите за вкусняшкой. Ну, блин, вкусняшка для меня много чего. Я вон недавно взял себе, купил, короче, лапшу быстрого приготовления и сухомятку ее сожрал. Для меня это было вкусно. Давай дальше свои вопросы. Свои, мои, так, ну... А дальше у меня вопросы закончились, у меня остались заготовлены, и помимо этого мы все-таки ждем в чате какие-нибудь вопросики ваши. Если кто не может писать в чате, пишите в личку, да. Да, или ВКонтакте напишите. Мы за живое прямое общение. Как, в принципе, для чего мы и сделали этот эфир? Да, еще если у кого-то есть возможность, вы можете позвонить, в принципе, в прямой эфир и как бы. Да, тут у нас есть волшебная кнопочка. Такой вот микрофон. Трубочка. Телефончик. Труба. Все, я заговорилась, кажется. Трубная телефонная трубка. Ладно, хорошо. Я даже выяснять не буду, хотела сказать. Ладно. Давай еще пару вопросов, ну и думаю, какую песню послушаем. Да, какую-нибудь. Итак, еще один вопрос. Когда ты последний раз плакал? Недавно. От чего? Воспоминания. Я думала от смеха. Ну от смеха я часто плачу, на самом деле. А вообще вот если... Я не скрываю, что да, я могу поплакать. Хоть это ну, не все всегда видят, но это ведь самые близкие. Вот. Ну я же должен быть, блин, брутальным. Хотя это у меня мало получается, да. Все же. Вот, и, кстати, вопрос поступил. Сейчас посмотрим. Смотри. А, расскажи самую нелепую историю в жизни. О боже, у меня их полно на самом деле. У меня вообще жизнь одна сплошная нелепость. Самая нелепая история. Ну, блин, которая мне на ум приходит, это... Я не помню, говорил я об этом уже или нет. Короче, мы сидели с друзьями в парадной, пили пиво.
причем своей парадной, какая-то бабулька вызвала на нас товарищей полицейских. У меня в кармане не было ничего, кроме, ну, своего паспорта не было. У меня в кармане был паспорт моей сестры. Я не знаю, под чем были полицейские, просто так получилось, что когда мне попросили паспорт, я дал паспорт своей сестры. Мы стояли, угорали. Они так смотрят на паспорт, на меня, на паспорт, на меня, такие, ну, имя сестры говорят. Я говорю, да, это я. Это фамилию. Я говорю, да, это я. Говорит, ладно, поехали в отделе, разберемся. Вот, ну, в итоге, короче, я таким образом подставил свою сестру, мне взяли отпечатки пальцев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, да. Причем, я себе представляю, в контактах ее имя, отпечатки твои. Поэтому ты не подставил, а запутал их. Зато моя сестра теперь может спокойно убивать. Все равно там мои отпечатки пальцев, поэтому я в картотеке нет. Поймают тебя, все ясно. Да. И тут еще один вопросик у нас. Как ты представляешь свой идеальный мир? Да, ну не может быть идеального мира. А ты придумай. Ну не бывает такого. А ты придумай, напрягись. Идеальный мир, Дэна Тьера, давай. Группа. Любимая девушка, поддержка со стороны родных, здоровые близкие. А, много детей. Все остальное срастется. Господи, что за бакханалию? Почему? Я хочу много детей. Дэнчик. Да, маленьких дэнчиков. Будут дэнчики такие. Нет, я хочу дочку. Я очень хочу дочку. Че, только одна, что ли, будет? Нет. Ну, вот я же говорю, будет группа «Регресс 2». Пусть сами все добиваются. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, следующий вопрос. Какие сигареты куришь? Я курю LD Club Extra Blue. На камеру покажу, потом посмотрите. Курение вредит? Да, но курение вредит вашему здоровью. Ай-яй-яй. Ну, а что можно поделать? Ну, я думаю, для начала включить какую-нибудь песенку для маленького перерывчика. Да, давай. Я хочу, знаешь, какой? Я хочу вспомнить 2012 год. О-о-о, какая музяка. Да, тогда я думаю, все со мной, да, вспомнят. Заряжаться 2012 года, тусить. Потому что я сейчас буду танцевать. Наверное. И на камере будет интересно сейчас и тело, если ты встанешь. Да. Ладно, все, слушаем. Эту песню чуть позже потом послушаем. Что-то мы упустили вообще момент. Упс. Прям заслушались Токио Отель. Ну, чё молчишь-то? Я не знаю, я что-то задумал, ты говоришь. Ты ведёшь, не я, а чё я разговариваю как всегда. Потому что ты всегда разговариваешь. Блин. Хорошо, всё, нам поступили тут вопросики. Ну. И Юля Шрай спрашивает, когда последний раз ты болел? Привет, Юля! Я мало болею вообще, в принципе. И ты давай лечись, я знаю, что ты сейчас я болеешь. Я за него болею. Да, вот мои все болячки Лилиан забирает. Вот почему мне все время плохо. Ай-яй-яй. Ну, простите. Не, у меня очень хороший иммунитет, я болею раз в год по обещанию. Но на данный момент вот у меня единственное, что вот если болеть, то ну болит нога. Так, все нормально вроде со здоровьем. Ой, ну это все хроническое и излечимое. Ну, наверное. Не знаю. Витаминчиков попей, у тебя витаминоз. Ой, ладно, хорошо. Так, чтобы быть, попью витаминчиков. Ага. Ладно, переходим к следующим вопросикам. И тут из чата вопросы от Ирены. Очень их много, и это замечательно. Давай. Еще раз здрасте. Любимая песня Tokyo Hotel? Мне из Tokyo Hotel нравятся первые два альбома. Все-таки они как, ну... Более приличные, что ли, были. Более роковые. Более, да. Роковые. Ну, как-то не знаю. Ну, это мило было.
Подсел я на Tokyo Hotel. Ну как подсел? Начал слушать. Заставили сесть. Заставили, да, сесть. С... Это называется не мы такие, сестра такая, да? Да. Первую песню, которую я вообще услышал, это была еще Дива лишь был. О, Господи. И песня называлась It's a Hard to Live. Да, вот с нее. Ох. И честно, я сначала подумал, что бил девочка. Я был очень рад этому. Но потом меня огорчили. Чуть по башке дали за такие высказывания, да? Да, наверное, не помню. Видимо, сильно дали. Вот, да, вообще, ну, в принципе, любимых песен нет. Есть вот новый альбом, честно скажу, я еще вообще даже не слушал. И ну, боюсь... как не слушал? Ну, кавер уже сделал на Георга Гатагана, а так не слушал, ну, нет, конечно. Ну, я три песни всего послушал из нового. Я даже... На все три песни каверы, да? Да, вот, нет, не на три, я на Run еще не сделал и не буду. Давай, Run. Нет, я не буду делать на эту песню кавер никогда в своей жизни. Почему? Я не знаю, не хочу, потому что я ее не вытяну. Ну там Биллу что-то да, задавили, и как бы у него очень высокий голос. Нет, у меня тоже может быть высокий голос, но я, наверное, не вытяну его. Да, ты вот. Плохой танцор, мы поняли, окей. Да. Вот. Просто я, ну я не знаю, блин, посмотрев клип Tokyo Hotel, я что-то как-то разочаровался в них на самом деле. И до сих пор думаю, идти или не идти мне на концерт, на самом деле. Сложный вопрос, дилемма. Feel It All, песня мне... Ну как? Ну я не знаю, что о ней сказать на самом деле. Ты просто посмотрел клип без звука, поэтому ты не знаешь, что сказать на нее, да? Нет, я смотрел со звуком. Но знаешь, я как-то... Картинка очень... перевесила да, звук, и ты да, все картинка перевесила звук, и я что-то как-то даже не помню, что там за песня и мотив. Это песня. Ладно, тем не менее, следующий вопросик тут тоже есть. Как относишься к Биллу и его стилю? На Биллу отношусь нормально, к его стилю не очень. Потому что и к поведению его, кстати, тоже не очень отношусь. Я не понимаю, как можно... Я знаю, что твоя публика... ну, в основном младше 18. Делать такие клипы и развращать. Что в который раз это говоришь? Я буду это говорить. Пока он меня сам не услышит. Вот как возьму VIP, как приду к нему, как задам ему этот вопрос вот так вот, кулаком по столу. На русском поймет. На чисто русском матерном, да? Да. Именно так. Расскажи. Нет, ну подожди, я сейчас, подожди, я мысль еще не договорил свое, ты да меня уже перебиваешь, что у нас время ограничено. Короче, мы тут будем сидеть до 12 ночи, я поняла. Я уже забыл, что хотел сказать, блин. А, все, вспомнил. Билл доказал, что он мужик. Все, ну как бы, он тросил бороду, он доказал, что он мужик. Но это единственное, что хорошего в этом, в том, что как он сейчас выглядит, все. Я закончил. А я ничего, я ничего. Тебя тут стишок просили рассказать. Давай. О, блесни. Боже. Какой стишок? Не знаю. А я сейчас расскажу стишок, который я написал в 7 лет. Вот, и все. Ну, он выкрутился, давай. Да, называется 8 марта. 8 марта праздник мам, он мамам нравится и нам. Давайте всех поздравим. Мамы сбыться маминым мечтам. Я могу это рассказать отрывок. Медного всадника, например. Учитывая то, в каком городе ты живешь, да, было бы логично. Ну, давай попробуем вспомнить. Не я надо я попробую. Заставлять вспоминать. Тебя попросили рассказать. Люблю тебя, тетратворение. Люблю твой строгий, стройный вид. Невыдержавное течение, береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, лес безлунный. Когда я в комнате своей пишу, читаю без лампады, и словно ясные громады пустынных улиц и светла, адмиралтейская игла. И, не пуская тьму ночную в золотые небеса, одна заря сменит другую спешит, давно чуть полчаса. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не умею свистеть, жалко. Ну ладно.
Чем занимаешься помимо музыки? Работаю. Ну, сегодня же уже воскресенье. Да? Блин, мне завтра на работу. Ужас! О, какие жизнь такая. Да. Любимый цвет? Сочетание цветов черного и красного. Любимая книга? Нету таких вот прям самой любимой книги. Хотя нет, есть. Роман «Помни меня» называется. Я, к сожалению, автора не помню. Вот я тоже до сих пор не могу найти. Я один раз читал книгу, куда маме отдал, мама ее куда-то потеряла, и все, и теперь я ее найти не могу. И очень жаль. Да, печаль. Не отдавайте книги маме. Ой, следующий вопрос даже мне понравился. Потому что я предполагаю ответ, но все-таки мы его слушаем от самого Дана Тьера. Давай сюда. Твой идеал женщины, тут в скобочках, певица-актриса. Майли Сайрус. Ой, господи, с таким придыханием. Дошара только. Вот когда вот она была с длинными волосами. Когда она была такая вот прям, ну прям, ну... Короче, ну, легкие 07 или какие там? Ну, вот до 20 лет она мне нравилась. Очень. Ну, вот пока ей 20 не стукнули, сколько там на шаре ты... Я не знаю, сколько там ей на шаре. Короче, пока она не подстриглась, пока она не села голая на шар, вот до этого момента она мне очень нравилась. Да. Ну вот так, сбылась мечта идиота, и он потерял интерес. Увидел ее голову. Все, пиздец. Настя Митина спрашивает, почему не любишь пауков? Потому что они страшные, стрёмные и противные. Я вообще, в принципе, не люблю всю живность. Я не люблю насекомых и все, что к ним относится. Червяков не боюсь, нормально могу трогать. Противно. Опарыши. Нет, не таких червяков. Опарыши надо же пройти. Вот. После вот этих, знаешь, после этого вопроса переходить к такому очень странно, но тем не менее, расскажи о своей первой любви. Червяк. Червяк Анатолий. Да. Первую любовь могу рассказывать долго, нудно и... И все закончится тем, что мы будем бухать сегодня и плакать. Да, вот именно этим, наверное, закончится. Но, тем не менее, мою первую любовь звали Аня. Мы с ней просто встречались 2 года. Почти уже собирались жить вместе, но она... К сожалению, меня предала и изменила мне, после чего я чуть не попал в аварию. Ну, в смысле, нет, в аварию-то я как бы попал, но выжил, как бы, да, вовремя из машины выпрыгнул. Хотел покончить жизнь самоубийством. Но это если вкратце. Вот, потом она мне еще много-много-много лет подряд мучила, не давала мне спокойно жить, вот. Короче, по этой истории можно написать роман, который станет вторым любимым романом, да? Нет, это не станет моим любимым романом, я его сожгу. Тоже мне Гоголь нашелся. Да, как я то хотел сказать, как сделал Гоголь. Тут если поступила просьба. Какая? Помяукай, порычи. Мяу-мяу, рр. Пошелок ждал там, аррррр. Чуть не сказал, помычал. Помяукал и порычал. Мяу-мяу, р-р. Я все выговариваю. Все буквы. Все буквы? Да. Давай, ехал Грека через реку. Ехал Грека через реку, видит Грека в реке. Все. Я почему-то начинаю сразу синдикаты вот вспоминать. Ну, я поняла. Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рэп, говорит, не рэпер, какого смысла в туалет, ну и так далее, неважно. Вот, да. Это логопед, верните Греке букву «Р». Слушай, ты буква «Р». Давай дальше. Следующий вопрос я сдаю. Давай, женщина. Готов ли ты услышать «нет»? Готов и слышал, и не один раз. Я даже знаю от кого-то этот вопрос, потому что я увидел от Насти Абрашкиной. Ха. Я тоже видел, что это от Насти Абрашкиной. Ха. Настя, если ты слушаешь, здрасте. Да, мы ответим на твой вопрос. Часто ли ты врешь? Нет, я стараюсь не врать. Я вообще, в принципе, не вру. Я не договариваю, да. Ой, начинается, умалчиваю. Хорошо, ну да, умалчиваю о том, что на данный момент. Но я не считаю нужным говорить людям. Ты решаешь за другого человека? Я решаю за себя, нужно ли мне это говорить или нет. Потому что у меня есть в жизни много чего того, что мне бы не хотелось... Чтобы знали, так скажем.
Вот. Поэтому я не договариваю. А вообще у меня самая ужасная моя черта, которая вообще... Да я так думаю, это прямолинейность, потому что я всегда все говорю в глаза. Тю-тю-тю-тю-тю. Так. Любишь пиво? Люблю. Ой, какое? Бад. Обычно пью. Вообще, в принципе, могу пить любое пиво. Только главное, не вот... как он, не со вкусом, не сладкое, не лаймовое. Вот, ну, обычное пиво. И еще один вопрос я задам, а дальше, наверное, еще песенки послушаем. Я не знаю, думаю, нормально будет, да? Да, кстати, мы еще сегодня хотели сделать так, что можно поиграть на гитаре, то есть живой звук сделать. В принципе, если есть какие-то пожелания, то, возможно, да, да. Мы ее сегодня исполним. Вот, да. Давай последний вопрос, мы пока послушаем песню. Считаешь ли ты себя примером для подражания и почему? Я не считаю себя примером для подражания, потому что я плохой мальчик. Ути-ти-ти-ти, плохой мальчик. Да. Вот почему вокруг тебя много девочек. Не знаю, это уже у девочек надо спрашивать, а не у меня. Вот. Ну давай, пока там еще кто-то что-то думает, мы послушаем песню, которую я еще не слышал. Из нового альбома. Пригороды! Короли пригородов, давай! Слушаем. We are young, with open eyes, blinded by the city lights. Lose control to feel alive. Just another day in paradise. Diamond sky, diamond sky. Whoa.